Привет, друзья! Сергей Котляров на Ютубе. Собираем к 8 марта посылочки. Сейчас Аллочка побежит. Аллочка, а где твои пакеты? Где твои пакеты? Что сейчас? Вот люди ждут, что за посылки. А я сижу как дурак. Чи как засватанный. Не, ну то, что дурак, то понятно. Так. Вот. Одну курочку ложим в пакет. Лицу кавказской национальности. Ну, наполовину. Типа, лицо кавказской национальности, я имею в виду, а не курицу. Того еще подумайте, что курицу. Вторую. Курочка, ну а как же, 8 марта. Чай покушают, приготовят. Вот. Там может вспомнят добрым словом. Что доброго. А может и нахер пошлют. Это у меня такой товарищ, что от нее можно ожидать все, что захочешь. Да? Вчера обиделась, общались в одноклассниках, так она обиделась. Шва ты, как для Руша. Ой, боже мой, стоит. Да я ж ничего, ребята. Шо я. Так, смотрим адрес. Почтовая новая почта, отделение номер 201. Где, не скажу. А то еще засыпете посылками. Так хорошо, если будете ей отсылать. А если по адресу будете искать, то с нее требуют посылки. Не надо. Вот, ну вот и такие дела. Вот это сейчас Аллочка отнесет на новую почту, отправит. Да и хай. С Богом. Кушают на 8 марта. Ну, как же, праздничный стол. Это же не там в том городе в это сидят. То лапки бушат, эти, как они там называются, чешони. Едят, а потом болеют. Я не знаю. В деревне, в здоровом теле здоровый дух. И ем только естественные продукты. А сейчас вот уже весна, сейчас пойдет зелень. Сейчас начнем сеять редиску, чтоб пораньше. Потому что вчера бы было 20, но сегодня поэтому по прогнозу 13. Но я так смотрю, что на улице тепло. Так что сейчас я вам покажу. Аллочка уже мне купила тапочки. Тапочки купила на лето, чтобы я по городу летал. Ага, ну я ж, как Аллочка говорит, 3 диплома, я так глянул на подошву. Если что, подошва тут, ну так себе, средненькие шипы, поняли? Протектора. Если что, я буду сворачивать. Скрывалочка, ты купила, надо было покупать глубокий, чтобы я гребаш на месте. Так оно обскальзывается и все. Вы поняли меня? Так что уже отмазка у меня готова. Так, ну ладно, надо уже отправлять, а то уже время 11. Надо бежать, Аллочке, на почту. Так что все, пока.